Добрый день, толстовки флис по очень комфортной цене, качество первый сорт, очень хорошо подойдут для работы, для торговли в таких магазинах, где частые распродажи, потому что они так-то хорошие, но, конечно, они имеют следы носки. Но зато они вполне годятся для того, чтобы их носить и носить еще раз. Самое главное их преимущество – это цена. Размеры разные. Здесь есть и мужские, и женские, и спортивные, и для домашней носки, типа пижамных. XL. Это женская, L-ка. Сейчас лыжи уже начались, все катаются, тоже может пригодиться. Вот для домашней носки флисовая кофта. Вот свитерок такой флисовый. Мужская большого размера. Курточка. Эска спортивная. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Там на самом деле этот лот, он небольшой. Вот для домашней носки. Флисовая, мягкая такая. Это уже идет спортивная, элька. Это курточка. Ну, она тонкая. Бывает во флисе такие толстые куртки, то это нет. Жилетка. Фирмы разные, очень много Бенч. Вот тоже такая спортивная. Гольф. А здесь у нее, смотрите, какой воротник, как камера какая-то длинный. Это не знаю, что за бренд, но это она похожа на куртку. Вот для домашней носки тоже тонкая. Бенч. Сейчас начнутся распродажи, и как раз такой вот недорогой товар, если его отпарить, немножко почистить, то цена хорошая. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Спасибо!